План? Будет. Так, как у Фанта нас был? Поехали по синему. Мы в прошлый раз поехали по зеленому. Хер без меня. Что зеленый, что оранжевый, там. А куда же ты денешься с БМП-то? Я ж водитель там. Черт. Просто с зеленого до оранжевого добежать можно, а с оранжевого до зеленого добежать можно. А синий он как-то это немножко особняком стоит. Нет, хочешь прикол? Мы в прошлый раз были на синем, нас оббежали от оранжевого. Да они крупоманёвры были. Доехала до Гурдура, с третьего Бэху на синем маршруте взорвало, и мы полегли все. Да это я затупил, мы долго там сидели. Там смотрите, мы не могли никогда реализовать вариант. Разведка проехала, посмотрела и потащила. Ты что, проехала, посмотрела нормально, то есть прошла, прошарила там. РПГ-хи словила там. Вот ну да, вся, да, мина. Да. И уже потом тащить грузовик. У нас такой вариант никогда не работал. Ну, потому что это долго и потому что они всегда успеют перебросить силы. Вот. Как мы в этот раз будем? Давайте левое легкое теперь изучать, оранжевое. А я даже местность там не знаю. Там все плохо. Там где-то там перевал горный должен быть. Вот после Молодоста там все, там горы трупов. Ну не скажи. В прошлый раз не было наоборот на оранжевом никого, только в конце сидели они. Ну потому что мы все пошли часть синяя. Вот поэтому никого и не было. Там здесь достаточно в районе Марата, там Гримороды поставить людей, и в Анаре. В принципе, все закрыто. Но это же не значит, что мы не можем их выковить. Да. И Марат там пара домов всего. Ну, нам для начала надо просто доехать до Вализара, Бастама, или выехать на осеннюю маршруту, первый этап, не встретить никого. Потому что в этот раз может нас ждать вообще чисто на выезде из красной зоны. Они не успеют. А там фристайл есть? За 5 минут они не успеют доехать до Росмана. Ладно. А зачем вам до Росмана доезжать? Просто. Проговать. Вот видите, не как знаю, они мы делали когда-то. Они же готовы. Был такой замысел, вот на развилке оранжевый-зеленый, там посередке сидела группа, и наблюдатели сидели. Одна группа сидела в этом, ну, по широте, так сказать, только на синем маршруте. И все, туда элементарно успевали приезжать. За 5 минут. Короче, чем мы паримся? Давайте ехать так. Впереди это БМПшка. Блин. Не сзади, где-то самая там. Последняя. БХ огневая мощь, да. Хотя вот. Правильно говорит, мы не хотим гаять. Перестановками, то есть проехали, бетер пехота прошла, бетер БМПшка сдвинулась. Да какой там, смотрели. Вот перед Маратом высаживаемся, проводим быстренько это зачистку, да, и да. Пешочком до Гармаруда. Да. Под прикрытием БХ. Там все понятно будет. Да, все. Ну все, короче, мы решаем. Частоты пишем? Или одна частота общая будет, наверное? Да, наверное, одну ставьте. Так, метки же амут. Ну не лагают. Ну, меньше. Ну да. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Да конечно, Иванчик, я не скажу, что... Вы оставляете этого пессимиста. Нет, я просто про то, что разнообразить жизнь, по другой дороге поехать. Это жизнь будет короче. Ты давай написал вишня, это я так просто написал, это общее КВД всех. Ну, для экипажа техники можете там свое убить. Ну все. Еще какие-то пожелания, предложения? 100 грамм боевых. Mm-hmm. Грузовик оставить на базе. Mm-hmm. Кстати, мы так делали, оставляли на базе, потом за ним возвращались, когда все зачистили уже. Можно так сделать.
Меньше возни будет, меньше прикрывать. Паш, я надеюсь, ты исправил блок тот? А то ты помнишь, как я ноги сломал? И вы меня возили туда-сюда. Я это не исправлю никак. Да, в армии. Ну, чипись. Главное, ноги теперь не сломать. Да. Ну, все теперь могут лечить. Нормально. А то я вспоминаю ту миску, как мы ехали, и потом в конце УАЗ этот... Не УАЗ, а Урал взорвался. Хагвард. Грузовик оставляем, потом за ним вернемся. Как я с ДВшкой угадал? Сразу стоит? Ну, почти. Одну циферку надо было удалить. Десятую. Да, в прошлый раз так же было на прошлом. Леви на канале. Это Паша. Это канал. Ну что, ты предлагаешь свозить Урал с собой? Я пока ничего не предлагаю. Не, мы можем, конечно, схитрить, прицепить Урал к Беттеру, и ракеты сквозь Урал будут пролетать. Беттер будет ехать. А давай тогда еще Беттер к этому к Бэхе прицепить. Ну, не знаю, если получится. Почему я сразу к Бэхе? Берюсь сразу к Бэхе. Ну, если Бэха сгорит, то Беттер поедет дальше с Лабурзой. На чем едем? Да, амбетеры. БМПшка у нас прикрывает. Так что сначала бетер едем. Едем на бетере, оставляем технику. Урал здесь. Или Багаюзим. Вот я не знаю. Обидится, наверное, на шару. Ура, Багаюз. Давай нормально поиграем, что ты говоришь. Да. Значит, доставляем здесь Урал, а потом за ним вернемся. Хлопай по плечу. А если соединить УАЗик и Урал уже готовый? Можешь остаться поэкспериментировать. Мы такого... Оставайся, экспериментируем, мы уедем, а потом за тобой вернемся. Ворон, как прикладом бить? Контрол шибко. Иди сюда, Иванчик. И побежал, да? Или стой, или своего можно ударить. Нет, нельзя. Своего, по-моему, нельзя. Причем жалко, что нельзя. Расстреляй ботов. А, ворон, перестань. Точно, да-да-да. Тут медицину надо взять, точно. Да, бери, на вишне сидеть или что, или как? Все на одной КВшке, кроме экипажа. А еки скорострельные, поэтому берите магазинов дополнительных. Они быстро сжираются. А, ну.
Я думаю, что за хрень? Кто у нас водитель БТР? Спитер. Хорошо. Спитер. 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 Кристиан, ты закончится сейчас. Прям. Питер. Ой, все. Так, отойдите, сейчас я его, мы сделаем хитрую вещь от Беттера. Там сидит, сидит, а кто уходит, отходите. Это ПЗ. Игрока ТИС вылетел от ТИМ ГТС. После перезайдет. Я хочу его загрузить. Что долги? У нас спитера пока. Когда расстояние там до него нормально будет, скажите? Все, положи. Все, поехали. Вы спитера что ли убили? Да. Нет. Грузитесь, едем. На стрелках кто-нибудь сядьте хотел. А, нифига себе, полный БТР, сверху полный. Поехали, там все сели, да? ВМПшка, вы уже выехали? ВМП, вы выехали? Я на тут он катается. ВМП на ДВ есть? А первый БТР едет? Да. Офигеть. Мы же договорились. Ну первый будем получать мы. А стрелка-то у нас нет даже, стрелка нет. Мы просто мясо. Давай я сяду. Давай. Остались. Стою. Догоните, короче. Вы все равно поставили. Сел. Синклер ни о чем. Болит. Ох, чувство, нас сейчас здесь примут. Давайте на гору заедем сначала, посмотрим. Давай, стрелок, смотри. Рассмотрим. Ну что там? Ну так, с первого взгляда ничего нету, чисто. Хорошо. Значит, едем дальше. Вам там на броне не страшно? Понял.
вот если ракета и прилетит, то сразу положит. Да. Нам надо запас 10 минут до конца оставить, чтобы Урал перегнать. Надо будет за время следить. Дальность прорисовки настраиваемая или нет? Нет. Стрелок на 89, там наверху это что, на гребне? Нет. На 189. По учебникам. Сейчас на камни налево смотри, на 11, примерно там, на гребне не получается. Хотя, наверное, тебе ни хрена не видно, такой скорости. Да, так, вполне. Да, на чекпоинте мы остановку делаем, помните? О, здрасте. Ты где был? Здрасте. Че, в БМП мы уже угнали, сволочи? Ты вообще на этом был, на бэхе. Как я внутри оказался? Вы меня что, избили и засунули внутрь? Да, да. Изнасиловали еще. А документы печатать оставили. То я отдаю свое имущество детскому дому. В тюрьме. А зданику в тюрьме? Два таких аздоника пришли ко мне, шахматы обыграли. Вперед сейчас смотри, с тобой. Такой, только не по лицу. Они такие, будут и пешками прямо в лицо кидают. Я пошел плакать и... Да. А чё, мы на батарее едем? Ой, меня снова сейчас бить будут, погодите. Ну, это не бывает. Как меня внутрь засунули, кстати? Легко. А, я знаю как, все, спасибо. Стрелок на час, смотри, это примерно на 146-150 это вот туда. Все понял. Там гора крутится. Так, здесь предлагаю высадку сделать, пехотка дальше прыгает. Дальше по дороге занимаемся, смотрим по оптику, у нас там бинокль и тому подобное. Я вспомнил бинокль, куда смотреть. По окружности. Да, в БМПХ по дороге двигайся, а пехотка по оптику. А снайперам где займет позицию? Нам сейчас на 220 вниз по бетонке спускаться будет. Надо сейчас выйти, посмотреть все тогда, оглядеть, особенно гору на 130 холм надо прочекать будет. Пехотка что туда поднялась, посмотрела на предмет хивокса всяких пехотки. Ну и этому скажите техники, она больно слишком шумит голосом. Да. Бэха, вы пока да, выкатите здесь, стойте. У них я это с вами на крики, по-моему, они стоят.
крыша только видно, да, не видно. Надо на гору нам проверить, левую, которая левую дорогу в сторону дороги на 140, на 120 подняться, проверить. А то там уже двое пошли, вот трое вижу, достаточно. Репит туда идет. А мы пока здесь тусуемся. Можем, в принципе, лучше сделать. Сейчас остался вниз на СБХ и спускаемся в город. А тех на горе, которые вы проверяете, будут. Вот так делаем. Давайте, БХ, это за нами, двигайся потихоньку. В Б-35 остался, если он на связь не выходит. Да на связи я! Хорошо. Ты не одну, слышь, не матерись. Я просто к тому, что в нее враг никто не может сесть, только спалить не может. Мы не прям по дороге проедем, а по рамке, видимо. Ну, вы так, чтобы нас прикрыть, и мы вас прикрыть. Дорогу смотрите, мины у них есть и пластик есть, поэтому под ноги тоже смотрите. Потом неприятно будет, Урал погоден, взорвемся. Ну здесь наблюдатели точно есть какие-то, на заправке может сидеть кто-нибудь или в городе. Ага, никто не проверил ее даже. А почему на вас ни одной метки нету? Я где его? Угу. Оставил метка вишни, это со мной кто идет. Остальные там на коре, наверху скаркара, что насчет. Ну и Росфокс, я снайпер. Если что, меня убивают, спитер в команду принимают. Изи как. Точнее, хорошо. Нуклир, вот город... Урал? Да, Урал. В городе? В городе? Сейчас прям? Сзади будем помнить. Не в городе, слева такие кишлычки. Сейчас метку поставлю. Давай. Вижу Урал. Ну, Клир, а ты можешь в город смотреть? Ну, только восточные кишлыки. То есть, а, и Марат сам после не видишь? После ПКС. А что на горе на 200 держит? Я не понимаю, то не знаю. Метку. Я не могу, у меня бинокля нет. Кто с оптикой тут смотреть, я ничего вообще. А, вижу мину на перекрестке противотанковую. Если мина, значит и люди здесь есть. Поэтому жопа. Надо, надо смотреть. Еще раз, Иванчик, куда смотреть? Заправку, заправку, ладно, чек. Так, ну сейчас я говорю, что-то лежит, то ли камень, то ли что-то. С левой стороны. Заправка самочистая. Да не будете стрелять, чё у нас. Мы не спецагенты какие-то, нам отстреливаются, сам это, да-да. Сомневаетесь, стрельнули, побежала, не побежала, замечательно. Я, нам вижу, вижу одного стрелять, да? Да-да-да. Убил, убил, убил. А где они находятся-то? Обезвреживаю противотанковую. Сейчас в городе уже? Я в городе, прям. Если они в зданиях, то давайте наводка, эти здания разрушены. Нет, сейчас метки поставлю. Так, а мина обезврежена. Убиво. Дома проверять надо, дома проверять надо. Сейчас все дома проверят пришли. Спускаемся в город. БХ пока стоит. Короче, я больше тебя фильчу. Ага, прикрывай. Я спускаю. А, сейчас лично проверю заправку. Так, ПЗ же, ПТН можешь сейчас съезжать из дороги? Может, заправка может, может. Вижу, вижу, вижу. Стой, стой, короче, спускайся в кустах где-то. Туда. Еще ранил, убил, убил. Ранил, даже ранил. Если когда чисто, может, туда заехать? Убил, короче? Да, убил. Все, все, попробуйте, все. Если чисто, меняйте. Вам беднее, я не могу тут. Еще один. Еще. Еще туда забежал, туда, короче, забежал. За этот забор, где я убили прошлого. Утопил, он очнулся. Там еще один. РПГшника смаслил. Молодец. Движения не вижу. Сейчас буду пуск сжигать, Урал. Угу. Не, ну надо. Да. Да, технику надо сжигать, чтобы они быстро не могли перемещаться. Может, здесь еще кто-то остался. Колес нету, все, надо забить. Да. По мне лупят, лупят, по мне. Не вижу, не вижу. С города, а нет, с Урала, походу, снизу. Короче. В городе наша пехота уже зашла в гарморок? Я один, ты не был. А где остальные там? Понятия не имею. Я в городе.
Понял. Взрыв какой-то рядом. Карыч жив? Да, жив. Откуда работали? Сколько? С Урала, со стороны Урала. Взрыв минус. Это... минус. Ай, стреляют. Ай. Не вижу вообще. Слышу, что долго не вижу. В лесу там свой синяя метка, которая... Так, да, минус да. Один. Где Каркарыч, а Рус Фокс? Да, да. Короче, по дороге двигаемся пешочком дальше туда, где там Урал этот подбил. Это Прага, а не Урал. Какая-то война идет. Выха, вы по холмам катайтесь, чекайте другие холмы, внизу местность тоже проверяйте. Метка обновила себя. И Беттер тоже. А дым цей, доложите вот на юго-востоке. От Каркарыча это ваш? РПГ. Нет, нет, не на... Я стрелял, все стрелял. РПГ бандовская была? Нет. Не пан, это где-то там на юге даже. Это я сделал. А то белый дым на дорогу. Проверили, нет? Это враг. И вижу мину, там где дым, там мина еще одна стоит. Понял, я рядом с дымом. Имарат проверили, имарат проверили, да, что, все вроде чисто. Можешь посмотреть, где он? А, я боюсь, там где Урал горит. Тут вообще мало чего видно, понимаешь? Он оттуда вот, с дома, походу, с дома, в доме. Давай я спущусь, проверю, я сейчас Аяк возьму. Не, не, не спускай. Вижу мину на дороге, да, вижу, подтверждаю мину. Игрок Азар тут. А, репит, вы проверили зеленку, которая там в этой фигне? Рядом с вами. Иванчик, что ты говорил там? Азар тут. О, тут еще рюкзак. Понял. С РПГ. А, репит. Да. Вы зеленку проверили? По мне репит, по мне стреляешь. МК из дыма, из черного дымка. Из черного дыма. Иди туда. Так, стою. Минус. Где-то в кустах сидит, я вижу, по-моему. Убил. Все, все, хватит, хватит. Меня ж ранило, ё-мо. Кто гранатами забрасывал? Есть кто у дыма бежит? А, кто из зеленки с РПГ стрелял? Я, Каркарыч, свой. Ты по кому шмаляешь из РПГ? По домам тем. А, я убил кого-то там. Еще там кто-то бегает. Это я в домах. Все, сейчас пехоты проверяем дома. Тяжелого ничего не работает тут ничего. Может быть, я есть? Да, есть Азарт убит у нас вроде, поговорю. Там с РПГ кого-то убили. Зато дом сломали. А, ПЗ, да, нашел командира отделения, у них ДВИ. Понял. Мину обезвредили на дороге? Мину на дороге все обезвредили? Нет, еще одного. Буду обезвредить. Мы Гонза убили, поздравляем. Сапчики. Рэба тоже убили. Ой, еще блять, лучше, давайте все здесь вон перебьем. Я покажу, где лежит. Да не надо, давай, не надо, не надо, мне без этого. Ты будь сам возьми лучше. Иванчик, сам ты возьми. ДШК, ДШК приехала. Откуда? Город, город на 320, туда ДШК приехала. Понял, я пока мины займусь, а вы... Я тоже мину разберёшь. А, ну все, давай, это одна мина. Там машинка желтая приехала, вижу, далеко. Ну, снимите машинку, ё-моё, у нас БМП есть, БТР есть, где у нас? А, пехотинец на западной, северо-западной, там русский, да, по-моему. Да, вон он, на склоне бежит. Я пока... Ворон, что делает? Бежит вдоль этой линии лэпки. Да, лэпки, вдоль лэпки, и чуть-чуть в гору там один. Направление, какое еще раз?
Лэп, лэп, ориентация, лэп. 320, лэп, 320. Подай правее, вперед и правее, правее, правее. Стоп, стоп. Отсюда видно их, видно. Там сидишь, как надо открываться. Еще ближе, ближе бери, ближе. Там машина стоит, слышишь? Ближе, ближе. Калаш, причем это не М. В зеленке кого-то убил, сейчас иди проверю. Там еще, по-моему, добежал ты на дома точно из-за чуваков. Сейчас я иду защищать дура. Это какой-то снайпер был, а вы это ты был, нет? Нет, 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 я на метке на скай. Человек бежало, они такие вообще в открытую перли. Там, скорее всего, все они живы остались. Нет, одного точно положили, это я видел, когда я смотрел. Там белый дым подожгли сейчас, за черным сейчас, там белый дым горит. Так, сказали, после БТ-а пехота была белская. Угу. Ну, это враг был? ПМП не подходил. Вы мара находились все. Да лё, да кто по мне стреляет? С горы кто-то бьет. Калаш причем? Ворон спрятался? Там куча пехоты наших. Вы посмотрите, кто с этой горы сам стреляет. Иду, иду сейчас туда проверять, что за хрень. Вижу эту сдаву. Ай, ранен. Это не обязательно свой. Это не свой, это враг. Убил. Как поняли? Из той группы чувачков, бегущих с этого самурата, там один живой точно вижу, бегает. Где он бегает? Где дома трехэтажные? В том части? Где горит сейчас броня? Окей, принято. Там около вот этого движка и машинки. Это Рексар, да. У нас ранены, репит ранены, без сознания. Калион дреманин. Ранен был возле машины враг. У него сильное кровотечение привязано. Обрось меня. Нет. Не выживу. Пехоту дальше продвигайтесь, если все здесь зачистили дальше по дороге. Возле БМП горячий был успех. Понял. И да. Мне кажется, наш раз уже давно захватили. Конечно. Может. Да, двиг, сдвиг, сдвиг. Ага, сдвиг. Резерв. Так, все, на КВ. Двигаемся дальше, проверяем. Бэху нашу выбили, к сожалению. Оптика какую-нибудь есть, пора смотреть дальше. В Эмирате остался чувачок.
Враг? С руками вообще беда у меня. Что да. Там РПГшник. Причем за заправкой там дальше вот еще. Давай я сделаю первую помощь. Да. Вот это зачистите и Марату, пока я тут репитаю. Вот она. Синяя метка, вот там кто-то бегал. Так, сейчас БМПхи будут подбегать к горе. Мы сейчас на горе, с которой по ворону долбили, поэтому по нам не бейте, здесь вроде чистый. А с техники все, что ли, нету? Беттер остался. БМП сошли. Калаш, собственно. Да, да. ТВ хуй нашел. Взрывчатку. Бери, слушай. Все. И Марат проверили или еще проверяете? Так, сейчас я схожу за снайпером, там с выдоху с него подниму. Или бинокль хотя бы сниму, вообще вижу. Там кто сейчас вот эти наши? Я, короче. А, там, короче, от тебя следующий добус у тебя тут по твоей стороне, там чувак бегает. Да, вот где ты смотришь, да-да-да, вот. Там где твой дом, короче, прямо там чувак побегал, видел. Так, бинокль нашел. Я ДВ, наверное, сброшу, она нам уже не нужна. Все взял. Так. Сколько у нас сил осталось? Репит, я, Каркарыч, Ставеп, так, еще кто-то есть. Понял, отлично, народу достаточно. Ну надо дальше двигаться нам. Иначе я жрать не могу. Синюю метку и проверили там. Ну мы сейчас потом кое-что чувака убить одного, и для этого нужно поехать. Не, ну вы так его не нашли, да? Ну он за заводом стоит, не выглядывает, мы решили поехать к нему. Если когда я идет, то мы объедем его. А он где? За забором. От нас. А за каким забором? Там где метка. А я не вижу метку сейчас. Где без заколон? Далеки от вас. Напротив, без заколон. Там с капюшоном эта херня. Совсем далеко, да? Нет, на Т-образном перекрестке практически. Да-да, вон в маске он зашел. Видел, стой, видел, стой, видел. Стой. Дальше, где горела техника стоит. Отходит, отходит. Двое, трое, ГП, ГП, труба, сейчас стреляй. Таркарыч, ты молодец, работай по ним. Ты прям видишь их сейчас, увидишь их сейчас. Гранатой, гранатой, как. Так, еще один там. Вал, стол. Вал. И там трое да. Было. Трое, да, наблюдаю. По мне лута. Иду туда. Еще одна восточная сторона. Кто-то вас отжал. А, это. По мне работает. Отступаю. Убил двоих. Там трое было и было. Да. Понял. Двоих только в смысле. По мне еще работает, работает под на звук и убивай его. Ранен. СВД чья? Репит, репит. Ранен, убегаю. Убивайте его на звук. Подхожу, зачищать.
Захожу в упор. А где они? Где они? В доме, что ли, нет? Не могу. Вижу. Бьют, по мне бьют, я перевязываюсь, подожди. Дайте направление. Ориентир дайте. Под деревом на горе плоско. Когда стреляю, я когда стреляю. Прайса слышу, не спрашивай, что вы есть. Дайте, где, куда вы? Я не вижу, куда вы стреляете. Что это я? Ай! Прайс, короче, сказал, он аутизм. Прям в пузо. Нет, я тебя много выстрелил. Так, что так, ты подлезь на машину, ты уже не... Стреляйте, где, вот так. Тоже стреляю. Неизвестно. Попробуй обойти их левее, то есть... От дороги? Выбежал! В дальний угол забежал! О, в доме прям забежал, забежал. Чёрная дверь! Который... Да, дом разрушается, он там. Давай, прошивай. Убегаю со стороны сгоревшего этой нашей брони. Туда бежит к нему, каркаль бежит там, к нему вот тут. Стой, спать спит. Давай, гранат! Убил. РПГшник. Всё, оставляем огонь. Надо добить сейчас, пройду, добью их все. Прайс, короче, спрашивает, что он добил? Твой. Это я добил одного. ДВ сдвиг был, нет? Нет. Подобрал ДВ-ху вражескую, тут спрашивают, Прайс, типа, живые есть, я сказал шепотом. Так, еще одного добил. Так, ну все, да, вроде чисто. По времени у нас осталось минут 12 или 15. Мы же в ровную начали. Ровную. Ой, часть. Нам еще надо еще зафигать Макалая, всякие гармоноды. У нас 12 минут, короче, надо. Машинка целая. Нет, колеса нет, черт. Есть один урод, если начальник стоит дальше по дороге в сторону Эмирата и туда дальше. А, дальше. Вы в сторону Эмирата? Короче, репит, выдвигаюсь дальше и. Хотя бы. Вот Эмиратом и Бастамом, короче, на территории не по синей линии, то есть там. Понял, да. Хорошо, но я тогда возьму машину, вы дальше с Репитом там продвигаетесь, я за Уралом съезжу, пригоню Урал, как понял. Короче, сказал Фрайс, типа, мы сожгли БТР и ВМБ. Он такой, бри. Так что я сижу, у них надо выйти. Спроси, куда отступать, или типа того, чтобы знать, где они. Так, а он где там на дороге стоял, машинка? Да. Понял. Можем далеко? Если надо. Да нет, а визуально контакт был с ней, да? Значит, да, это... А, вижу, да, все, вижу. Сейчас стрельну с РПГ, не будет. Вот по тем деревам последний раз был, когда на горе стрелял по АВ. Там кровь. Да. И там пехотинец. Убил. Хорошо, что выстрелил. Мне кажется, они все силы сюда уже стянули. Здесь уже. Да. Могут из всех сторон подойти. Самые интересные сбегут, сейчас. Так, вроде добил, не знаю. Но уже точно себя не придет. Проверять не буду. Нет, город знаком. По-моему, последний раз мы тоже воевали так же. Да.
Мне до машинки дойти. Они, короче, я спросил, спросил, где они сидят, он не ответил, они в засаде сидят. Ну вот одного засадника мы уже убили. Он причем на меня смотрел, он меня не хотел стрелять, он хотел пропустить. Ну видишь, просто он понял, что ты падший, и если ты его убьешь, он получит бан. Ага. Я подхожу к машине, к Праге подхожу, если меня сейчас здесь маслянут, значит здесь кто-то есть. Смотрю на тебя внимательно, блин. Все, машина идет к вам. Буду брать управку в старом машине. Только ты в этот раз не езжай по взрывке дальше, то он сгоришь. Хорошо. Сейчас становится, сейчас добегу. Ты со мной поехать? Да, да, да. А я, ты где? Я сзади, сзади. А, сзади совсем? Я, короче, Прайса пытаюсь раскрутить. Ломай его, ломай. Все, он спалил меня, он горит каркары, черти гады. Я тебя не вижу что-то. Я подбегаю. А, все, вижу, вижу, вижу. Пехота, репит, вы там продвинулись вперед? Да, немножко. Хорошо, осторожно. Спитеры, там еще видно что-нибудь? Стоим, ничего не видим. Ну вот потихоньку вперед двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Каркары, все? Я почему-то не пущу. Хочешь послушать их, они он тут прайс говорит. Так, а как реабилитировать? Я в туалет пойду туда. Вроде бы через эйс меню, когда лечить. Ты Марата получается на... Ну нет, у меня ничего, только морфин. А, все, все. Так, ладно, пробуй. Все, все. Сел? Нет, оно что-то мне опять... Не могу сесть. Блин. А ну давай я сяду, а ты потом тоже. Может, кто-то своих убил? А ну... Кто своих убивал? Кадр, 400 ПГ своих убил. Вот. Ну все, 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 все. Все. Он с РПГ, скорее всего, своего убил, поэтому теперь... А есть командир у нас, кто-то убил? Нет у нас командира. Кто следующий после командира? Или не передает такая уже способность? Спитер у нас командир следующий. Или репит, как бы там решил. Командиры, то есть у кого звание, нет, 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 нет. Не знаю, надо смотреть по этому. Лодаут. Короче, мы поехали обратно забирать. У нас время уже 8 минут осталось, я думаю, приведя. Кто-то бегает после нас. Вы умрете все равно. Может вылезать? Да.
Ну что, вы готовы проиграть? Мы уже подъехали. Уже проехали. Ну давай, есть что? Слушай, может это, сделать финт ушами и поехать по другому маршруту нам? Можно. Поэтому, по короткому самому. Они, кстати, могли стащить туда все силы и... Вот-вот-вот, у нас сейчас будет возможность. Да, мы тогда успеем. Я сказал то, что у них где-то засада. Метки 1-1 в центре. А вот где я у него спрашивал, я говорю... В Тимур-Калай, он такой, да нет, 1-1 цен, ну ты как ферзобанил. Потом он понял, что я прав. Ты им поставь метку, чтобы наши увидели, где-то там на карте, что мы попробуем по короткому маршруту поехать. Канал не Все, да, сел. Ехали. Так, хорошо. Может, я лучше на Урал сяду, ой, на УАЗик первый поеду. Да зачем? Там маршрут, нам просто сейчас повернуть направо и прямо-прямо-прямо, да? Сейчас посмотрим. Сейчас направо, да. Направо и прямо. По этой, по асфальтиру. Да. Сейчас здесь метку не увидел. Если там у них РПГ одна осталась, они могут промазать, не попасть. Скорость, конечно, у нас маленькая. Не успеем, мы 2 минуты осталось, черт. Ну ладно. Мы пытались. Да. Но бой был хороший. Да-да-да. Секунд осталось, наверное.
20 или минута 20. Нам далеко еще? Да. Мы в Росману выехали. Да. Бастам. Следующий Фалвар. Ну, за минуту, наверное, не успеем. Да-да-да. Вот теперь точно 20 секунд осталось. Хоть бы триггер залагал. Доник бомбить. Здесь все дома порушены. Ничего, ничего не здесь было. Или они такие все сломаны? Походу поломался. Или это 2 минуты было у нас? Последняя точно теперь, наверное, минута. А если в запасе еще 10 осталось? Да, тогда нормально будет. Так, Фалар, мы подъехали. Да, да, да. Я час дал, что ли? Сейчас налево. Налево? Да, да, да. То есть вот эта грунтовка наверх, которая туда, нам туда сюда надо ехать? Да. По GPS, да, зеленая, это видишь. А, у тебя GPS есть? Да, да, да. А. Я вот раз туда ехал. Значит, у нас времени больше, чем. Скоро уже, кстати, близко очень. Что, скоро конец? Ну да. Вот уже близко, уже оранжевую зону уже пересечу. Скорее всего, тут и засада. Так, поворот какой там? Прямо, прямо. Здесь никто мину не закопал, потому что в эту дорогу там можно закопать, нет? Вижу, да, подъезжаем к этим обесторожителям. Блин, вот эти вот домики. А здесь не могут засаду, то есть мы уже в безопасности. Да, да, все. Но нас засады никак не сделают. Фух. Только с горы разве что там. Все, да, красная зона, все. Нам на базу надо заехать. О! Давай, давай, давай. Есть. Надо поворот, поворот пропустить. Направо сейчас. Ага, ой. Кривые? Да, да, вот сейчас направо. Да, да, понял. Изи. Давай, хоть сюда. Ни разу грузовик не завозили сюда.
Тут нет конца. Наверное, сломался все-таки. Да, наверное, сломался.